На территории Гувадлинского и Джабраильского районов Азербайджана, освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны, обнаружены боеприпасы, брошенные отступающими подразделениями вооруженных сил Армении. Как передает канал 13, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана. Сотрудники полиции Джабраильского и Гувадлинского районов в ходе мероприятий на подконтрольных территориях обнаружили один гранатомет, 26 автоматов, 21 гранату, 12 снарядов гранатомету, более 3300 патронов различного калибра, оставленных армянской армией. Накануне отделением полиции Ходжавенского района совместно с представителями соответствующих ведомств также были проведены рейды с целью обнаружения взрывчатых веществ и оружия. В ходе операции сотрудники полиции обнаружили и изъяли два устройства противотанкового ракетного комплекса «Фагот», 35 гранат, 171 снаряд различного калибра, 8050 патронов различного калибра, ящики для автоматов и другие боеприпасы, брошенные армянскими военнослужащими.